Я приветствую всех на своем канале «Вкусно и кошерно». И сегодня мы приготовим самую классическую жареную картошку для начинающих хозяек. Ингредиентов минимум. Картошка. У меня, значит, я готовлю на 5 человек, у меня 10 картофелин я почистила. Соль и перец, где-то чайная ложка. И масло. Для обжарки я люблю масло авокадо, так как у него очень высокая температура кипения. Для начала нужно порезать картошку соломкой и положить в разогретую сковородку. Значит, в сковородку наливаем масло. И режем картошку соломкой. Надо сразу перемешать картофель, чтобы он был весь обернут маслом. Можно еще добавить масло и сразу посолить. Когда мы перемешали, и я вижу, что вся картошка уже в масле, можно накрыть крышкой и оставить минут на 5. Жареную картошку надо обязательно накрывать крышкой, тогда она лучше приготовится там. Внизу прихватится, будет поджаристая, а потом нужно будет перевернуть ее. Так, сейчас проверяем еще раз. Это картошечка красивого золотистого цвета. Мы делаем маленький огонь и оставляем еще на несколько минут. Я поставлю еще минут 3 и посмотрю, если картошка мягкая. Если картошка мягкая, то можно будет ее выключить. Все, 3 минуты прошло. Проверяем еще раз картошку. Все. Она пополам хорошо. Так, делится. Наша картошка готова. Ну, очень хорошо подавать на ужин. Можно со сметаной. И приятного всем аппетита. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайк. Если вам понравился мой рецепт, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.